Пошли покормим птичек. У нас так сыро. Ночью дожди идут. Так, а здесь что у нас? Тут воды. Надо ее выливать. Может, я вот сюда сейчас насыплю. Они будут здесь. Потому что здесь воды нет. Вот они. Вон там сейчас. Все вымыть. Куда бы ее повесить, чтобы она мне сухая была. Но здесь они будут все гадить. Но зато корм сухой будет. Ну что делать? Вот сюда, почти вот сюда повешу. Слетит она. Блин. А что, что ж ночью идет дождь? Так, пусть едят. А туда еще одну порцию. Приду. Глубоко влезла. Камелий вот у нас только-только начинает распускаться розовый. Так, а кто тут у нас? А кто тут у нас сидит? Розелочки сидит. Слушайте, ну понятно. Сидит, ест, в лапке держит бутон. Смотрите, что делает. С таким аппетитом одна и вторая там. Мы вам для чего семена покупаем? Сейчас у нас все цветы съедите. Вот они. Лопает за обе щеки. И вторая. Так, ну что тут? Роза, которая у нас пытается выжить. Ну, пытается, пытается. Пытается выживать, так что... Георгину надо с дороги срезать уже. Красивая. А небо будет дождь опять. И солнышко выглянуло красиво. Одна роза. Ой, такой парфюм, вообще цвет. Лососевый такой красивый. Смотрите, какой клен красивый, американский. Красный. Вот что-то красивое цветет. Ну вот какие-то ягодки, смотрите, красивые. На кустарничке, весь в ягодках. Вот этот магазин Full Pantry, Мариш, вот здесь продают орехи, семена и все, что с этим связано. Каши, крупы. Смотрите, как забор аккуратненько, аккуратненько пострижен. У них вообще сад красивый, но у них и дом-то новый. Вот камелии молодые, маленькие. Им, конечно, здесь места мало, но все цветут. Смотрите, какой красивый клен. Красный. Так, мы на прогулочке. Денечек у нас. Всем добрый день. Мы на прогулочке. Денечек у нас сегодня... Такой пасмурный, солнышко то выглядывает, то сейгло, то выглядывает, то прячется, то дождичок. Мы уже нашопились, продуктов накупили еще. Приду покажу, у нас такой есть магазин, семяна, крупы, все, что связано, я вам проходил мимо. Вы знаете, я вам покажу. И вот мы сегодня накупили там всякой вкуснятины, ну, для меня вкуснятины.
хочу намешать разных круп на завтрак. Я в Ютубе подсмотрела у одного блогера. Она мешает крупы, каши, семена, делает такую полезную кашу, делает большой объем, по пакетикам расфасовывает и хранит в морозилке, чтобы не прогоркли семена. И порциями вынимает такую банку на неделю, на две недели. Съедает следующую баночку. Вот я хочу сегодня покажу. То, что я купила, покажу вам. И буду тоже такие кашки себе полезные делать. Ну, сейчас прогульнемся чуть-чуть. Ветрено. Мы сейчас туда-назад. Туда. Мы здесь с вами гуляли, вы знаете. Свежо. У нас градусов, наверное, 11. Я опять палку. Ну, не то, что даже забыла, не стала брать. Думаю, мы сейчас немножко буду записывать, потому что мы эту дорогу уже с вами ходили. Особо так здесь показывать нечего. Поэтому так прогуляемся без камеры. Такие болота. После дождя стоят сыр, сосеночки. Ну, мы вот так. Вот этой аллейкой. Сейчас пойдем. Вот смотрите, какой яркий-яркий пример австралийского дизайна. Вот покошенная трава. Вот здесь такой пятачок с насыпанными... насыпана кора. Камень лежит. Вот такое австралийское природное высаженное растение. Вот эвкалипт, елочки. И вокруг вот покошено. Видите, вот здесь наши стадионы. Сейчас из-за того, что у нас закрыт наш спортивный комплекс, вчера пришел Имайн с предложением по 10 человек. Они собирают группы желающие. $10 стоит одно занятие. Ну, то есть как-то тренеров поддержать. И самим, если кто не умеет заниматься, не может или не хочет, ну, по той или другой причине. Вот там женщина идет, она со мной в бассейн ходит, на акваэробику с мужем смотрю. По той или иной причине не может заниматься, вот такое предложение выдали. Я считаю, очень неплохо желающим. Вот здесь стадион, я думаю, вот здесь вот. Уже у нас было одно занятие, прошлую, по-моему, среду, на реку мне... Моя подружка, японочка, зумба написала, говорит, Марина, у нас будет аутдо занятие, скорее всего, вот здесь. Ой-ой. Скорее всего, вот здесь. Но это было 3:30 после обеда, я куда-то поехала по делам с утра. В шопинг-центр, по-моему, я ездила. Я, конечно, я вообще не люблю тренировки послеобеденные, я уж не говорю про вечерние даже. Вот такое вот здесь покрытие хорошее. Сейчас поближе подойду, покажу. И вот можно, пожалуйста, сюда вот всем доступно. Хочешь, бегай по кругу, хочешь, вот мужчины там свою какую-то дистанцию, свои какие-то они... рекорды свои. Вот покрытие здесь такое у нас. Ну, вот здесь девочка бежит. Но снимать их не будем. У нас снимать нельзя. Поэтому я в другую сторону покажу. Ну, там футбол. Здесь вот общественные туалеты. В здании мужской, женский и для инвалидов. Кройден Литл Атлетик Центр. Вот, оказывается, атлетический центр. И Кройден Атлетический клуб для пенсионеров. Мастерс Атлетик. Вот, оказывается, правильно. Вот он есть. Этот клуб. Вот мне на рекой говорила. Офис. Офис, телефон. Ну, здесь вы уже знаете. Это наш... районная администрация здания. Вот здесь приятненько, так хорошо сегодня. Очень приятненько.
Вот здесь из старых деревьев, смотрите, их обрезают. А вот ходят ребятки с антисептиком. Не знаю, где они брызжут. Ну, может быть, поручни, может быть, лавочки. Вот мы двоих видели, когда приехали по парку. Они ходят. Вот смотрите, какое дерево старое. Его обрезали, и оно как скульптура. И рядом вот эти старые деревья, их совсем не спиливают, а оставляют, и вот так получается. Вот лягушка, как бы застрявшая в этих палочках, в чопстик китайских палочках для еды. Девочка опять это же бежит, прям маечки. Ну, когда спортом идешь, кровь кипит. Такая лягушечка. И маленькие вот лягушатки на палочках лезут по палочкам. И болото такое, вот видите, вода стоит. Ночью дожди. Вот 2 дня назад ливень этот был. Ну, осень, все, конец. Сейчас какой месяц у нас? Конец мая, все. Осталось буквально считанные дни, наступит наша австралийская зеленая зима. Марк хочет показать вам, какое дерево. Смотрите, как кора у него свисает красиво. Очень даже. Немножечко, наверное, темновато свет падает. Я не знаю, видно или нет. Ну, знаете, сегодня вот 16 минут мы прошли. Неплохо подышали воздухом. И сейчас у нас еще кое-какое дело дома. Там я опять разбираю, опять у меня короткие. Вот хорошо, видите, в Россию вот не поехала. Сейчас разберу там инструменты у меня с того дома, когда вот я перед квартирантами все в коробку сюда мы перевезли. И все так было не разобрано. Вот сейчас это все разбираю, выбрасываю. Ну, знаете, всегда набирается инструмент старый из старой жизни. Все классненько, погуляли. А вот эти, которые, наверное, руки, вот видите, люди там в оранжевых маечках. Ух, свежо. Его славный дал. Lovely. They've got to start to get chilly towards the end. Hello.